Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Василенко. Ми вітання усім, хто налаштувався на Київ дев'яносто вісім Це Київ Інтерактив». Зривати мене Світлана Василенко. Традиційно ви можете слухати мене і моїх гостей на Київ дев'яносто о 21.30 з понеділка до п'ятниці. У цей час ми виходимо в ефірі Києва. Фан. Ну а власне, якщо ви хочете подивитися, якщо ви щось пропустили, ви все це можете зробити на нашому Ютуб каналі. Так само його шукаєте. Київ 98 фан. Традиційно я люблю оті пальчики вгору, як люблять казати ютуб блогери Ну і підписуйтеся на наш канал. Тут не тільки Київ інтерактів, а ще й багато чого цікавого. Власне, ми сьогодні будемо відправлятися в кіно. Я знаю, що дуже багато підписників нам написали: а от ви розкажіть, а чи можна дорослій людині потрапити в кіно? Ну, вирішила я, що можна. І тому до мене сьогодні прийшла людина: це режисер, актор, письменник, викладач акторської майстерності. Ну, хто як не він, розкаже, як до того кіно дістатися. Олександр Онуфрієв, вітаю у цій студії. Добрий день. І з гарячим пиріжком, який називається короткометражний фільм Атидіє до прем'єри. Всього нічого, але. Підпис я попрошу уже после завершения. Шкода, что те, кто с нами на радио, не, не могут відчути я думаю, вибрации Сколько писалась книга? Ну, не очень долго, потому что она, как и первая книга, писалась на основе мастер-классов. То есть я это все проговаривал, очень долго э, проходило это все, во мне копилось и так далее. А потом изложить на бумагу, это было дело чисто техническое, просто из головы переложить в компьютер. Ну, наверное, писалось чисто технически месяца два. Угу. Вряд ли больше. До речи, режиссер, актер, письменник, выкладач актерской майстерности. Что было первым? Ну, во-первых, все-таки не актерского мастерства. Я не преподаю актерское мастерство. Это пусть преподают те, кто умеет это делать действительно. А я преподаю, мой предмет, который я преподаю, называется кинопрактика. То есть ага. мы с актерами, которые уже имеют какое-то образование, как минимум там начальное или среднее, занимаемся именно тем, что им пригодится в кино. Вот. Но первая, первая все-таки, наверное, была режиссура, потому что по образованию и режиссер телевидения и кино я окончил наш Киевский театральный институт, и это то, на что я учился. Потом как бы, я уже начал как актер сниматься, хотя это в принципе началось еще в институте. Ну а дальше постепенно, постепенно, постепенно преподаватель был следующим, наверное, а писатель уже после того, как начал преподавать, рассказывать, проводить мастер-классы или там, преподавать студентам на курсах в киношколах. Ми тут озвучили тему нашим слухачам-глядачам, і глядачам, що зірками кіно та телебачення народжуються чи стають от через увесь свій велетенський досвід. Ви можете однозначно відповісти на це запитання. Ну однозначного ответа нет. Но если мы говорим о звездах кино, потому что про телевидение я, конечно, 12 лет на телевидении отработал, вот, но кино это нечто совсем иное, вот. Ой, телевидение это совсем иное. А в кино я могу сказать, что для того, чтобы стать звездой, тут много факторов нужно. Во-первых, нужно, чтобы было везение. Это в любом деле важно, но тут особенно важно. Во-вторых, талант, харизма, внешность яркая, интересная. Не значит красивая, просто интересная. Ну и, конечно же, навыки. Навыки работы там, с партнерами, навыки актерской работы э, и определенные знания тоже. Поэтому, когда вы учитесь, там, в, допустим, в театральном ВУЗе 4 или 5 лет, то, конечно же, шансов стать звездой кино у вас больше, чем когда вы идете, допустим, в киношколу или там, в, на какие-то актерские курсы. Но, в принципе, я знаю достаточно много людей, которые, может быть, нельзя сказать, что они прямо звезды кино, но то, что они достаточно успешны в этой профессии, не имея высшего актерского образования, да, такие люди есть, они достаточно регулярно снимаются, даже в главных ролях, и они успешны, безусловно. Может быть, там еще пройдет несколько лет, и они даже станут, выйдут в разряд, в разряд звезд. Дай бог. Им. Для телебачения очень важно... Важливая... Процесс не для кино. важного процесс Абсолютно, это очень важно. Но дело в том, что кино это процесс достаточно физически сложный. И каждый раз, когда я там занимаюсь, допустим, со своими студентами, то на первой лекции я говорю о том, что это очень сложная, физически сложная психологически сложная работа. Если вы снимаетесь в главной роли сериала, значит, у вас свободного времени фактически нет. Вы в 8 утра должны быть уже на съемочной площадке. В лучшем случае, в 8 вечера, у вас закончится все, а на следующий день все начнется снова. И если у вас главная роль, это значит, что вы выходных у вас будет ну, 1-2 на неделю максимум, если у вас нет параллельно других проектов. А если есть другие проекты, значит, выходных вообще может не быть. Часто бывает так, что вы снимаетесь здесь, потом за вами заезжают, везут вас на другую съемку, оттуда возвращают, вы снимаетесь опять тут, домой попадаете поздно ночью, не высыпаетесь абсолютно, потому что рано утром вам опять нужно на съемку. Поэтому в принципе, психологически и физически эта работа действительно крайне сложная, крайне тяжелая. Немногие могут это выдержать, но тем не менее все к этому стремятся. И сколько я не пугаю, сколько я не рассказываю ужасов, ни разу не было такого, чтобы кто-то из студентов встал и сказал, что большое спасибо, было интересно, я домой. Даже с учетом того, что я предлагаю вернуть деньги за обучение, ну, как бы не ведутся люди, они думают, что я, наверное, шутки шучу, но это действительно так. Ну, вот вы зараз разбиваете мрии, инстадевчаток, тикток-блогеров, которые думают, что, ну, Боже, перед камерою, я така красива. Перед камерою стала, повернулася, посміхнулася, кілька завчених слів. А як вони кльово співають під чужі пісні? О, Для да, мене тік-ток це взагалі це це, це кладезь того всього. Откривати от чужі слова і пісні. Да, так, це професіонально можна робити. Це здорово. Я теж смотрю, іноді удивляюсь. Ну окей, ради Бога, може, а я ви вже тут розказуєте, як складно, які навички потрібно, як працювати. Давайте почнемо з дитинства. Mm -hmm. Дитяча артистичність ну от кажуть, що діти це ну, ідеальні актори. Та? Діти, переграти дитину і тварину практично нереально. Існує така думка міф, ні. Но, честно скажу, смотря какие. Потому что дети очень часто, они пытаются играть. Вот когда они пытаются играть, это жутко жуткие актеры, которые безумно переигрывают. Главная задача режиссера — заставить их быть собой. Когда ты добиваешься того, что они ведут себя так, как в жизни, спокойно, тогда они действительно гениальные актеры, их сложно переиграть. Когда они верят в то, что происходит. Когда они пытаются что-то изображать, как их там мама с папой научили, или как им кажется, это будет правильно, то это выглядит как жуткое переигрывание, и с этим очень тяжело бороться животные, конечно, в этом плане намного проще. Если ты добьешься от него то, что ты хочешь, то все будет идеально. Но просто добиться от животного то, что ты хочешь, не очень легко. У нас были съемки, когда должна была бабушка выйти с собачкой. Просто собачка рядом с бабушкой идет, бабушка в мусорный пакет выка... выкидывает в мусорник. Но мы помучились, помучились и в итоге от собачки отказались, потому что она не хотела с этой бабушкой идти. Она хотела к своему хозяину, который от нее там прятался, стоял где-то за камерой. В итоге бабушка по сюжету уже шла без Собачки викидувала мусор сама власне, оця дитяча артистичність, безпосередність у кадрі чи це перші прояви таланту, чи просто діти через свій оцей соціальний і віковий статус вони такі. Мне кажется, что это еще ничего не значит, потому что есть переходный возраст, там 14-15 лет, когда многие дети просто ломаются. И может быть он в детстве, там 8-10 лет, он был жутко артистичным, ему все нравилось, ему нравилось привлекать к себе внимание, а после этого переломного возраста, ну абсолютно у него это отбивается. У меня, например, обратный абсолютно процесс был. Мне вот в школе до первого курса института мне абсолютно, я стеснялся жутко. Я был очень закомплексованным мальчиком. И только в институте, я даже скажу точно, на третьем курсе я почувствовал наконец-то, что этот гадкий утенок начинает превращаться, но ну, если не в это то в какую-то более солидную птицу. Окей, okay, если... что стало крапкою. Я просто понял, что мне в моей профессии с такими комплексами и зажимами далеко не уйти. То есть режиссер должен уметь разговаривать, он должен уметь презентовать себя, у него должен быть хорошо подвешен язык, он не должен стесняться большого количества людей, так как на съемочной площадке он один работает сразу с десятками, а иногда даже с сотнями людьми. Он не должен этого бояться. И когда я понял, что мне это элементарно мешает, моя вот эта закомплексованность зажатость, я начал меняться. Этот процесс занял, ну так, по моей прикидке, где-то, наверное, полгода приблизительно, когда слом произошел, и я уже начал выруливать из этого, слава богу. И вот сейчас такой, какой я есть, мне не страшно прийти к вам на прямой эфир и поговорить на всякие интересные темы, и даже при этом не заикаюсь и не боюсь, и вроде не прячусь под стол. До речі, коли ви спілкуєтеся з людьми, ви можете сказати, що М -м, шкода, що ця людина вибрала іншу професію, їй бы в актерство». Я могу сказать э, о типаже. То есть я вижу, что человек интересный, и было бы интересно смотреть на него на экране. Что касается актерского таланта, то это нужно узнавать э, в репетициях, либо там на пробах и так далее. Потому что одно дело, когда человек э, свободно себя чувствует без камеры, общается, и вроде бы он артистичный, только включается камера и начинает... Кролики! Кролики! Вот совершенно верно. Поэтому все проверяется. Нужно делать пробы, нужно смотреть смотреть на человека, как он реагирует на камеру, как он может просто элементарно даже текст повторить. Потому что сейчас у меня, допустим, киношкола, я, кстати, месяц назад мы открыли киношколу, Александр Ануфриев, киноскул. И я занимаюсь со студентами, которые уже учились, и не буду говорить где, сталкиваюсь с тем, что видно, что человек талантливый, видно, что актерский талант есть, харизма есть, внешность есть. А работать, допустим, с текстом, не может, вот нету дисциплины какой-то актерской, то есть есть определенный текст, который нужно произнести, не может человек так, чтобы не вставить туда какие-то вводные ненужные слова, как-то переиграть, как-то это все поклоунадничать немножко и так далее. Хотя сам понимает мозгами, что это напрасно абсолютно он это делает. Но все это индивидуально, в принципе для того, чтобы определить, есть талант у человека нет, с ним нужно поработать, а так просто вот взглянуть и сказать, что а ну точно, ты далеко пойдешь, ты будешь гениальным актером. К сожалению, я думаю, так нельзя. Ну либо Я так не могу може, хто то може. Я нагадаю нашим слухачам. Я нагадаю нашим глядачам, які разом з нами на youtube каналі Олександр Нофрієв, режисер, актор, письменник, викладач кіно викладач кінопрактики виклада... кінопрактики, да. так кінопрактики, а вона в себе включає дуже багато всього. Тому ми сьогодні безпосередньо перейдемо до того, де вчать дорослих. Якось так склалося, що десь, ну приблизно в середньому 10 років тому, розпочав розпочався оцей шлях, коли дорослі люди. Раптом вирішили, що однієї роботи їм недостатньо. Їм хочеться спробувати ну, щось таке креативне і кльове. І вони починають пробувати себе в акторстві. Ну тому що це якимись там, не знаю, міфами завжди, якось магічно, якось прикольно. Ти дивишся ну, цю картинку. Плюс мечта З дітствами хотіли бути всі хотіли Особливо бути, там, да, дівчата, актрисами, хлопці-космонавтами. Це в моєму дитинстві. В когось хто молодший, було інше дитинство і інші мрії. Ну, власне, і раптом почали як гриби з'являтися. акторство для дорослих, акторські школы при театрах, просто так випадково. А взагалі, дорослому віці, чи варто йти навчатися акторській майстерності? Вы знаете, что я скажу? Это может быть прозвучит парадоксально, но с моей точки зрения, чем позже вы начинаете, тем лучше. Потому что вот когда в 20 лет вы пытаетесь стать актером, параллельно с вами идут Тысячи выпускников э, театральных студий, школ, институтов, э, КВН -а, или просто талантливые молодые ребята, которым нечего делать, и которые считают, что они могут сниматься. В 30 лет уже конкуренции меньше. Кто-то там занялся семьей, кто-то уехал в другую страну, кто-то понял, что это не его. В 40 лет еще меньше конкуренции, потому что тут уже там кто-то бабушкой и дедушкой стал, кто-то уже умер, в конце концов, у нас как бы уровень жизни иногда не очень хороший. В 50 лет еще меньше конкуренции. Ну а если вы до 90 лет дожили, и у вас э, не маразм, и вы можете связывать слова в предложении, запоминать текст, то, ну, ну, господи боже мой, вы на расхват будете, потому что ролей взрослых там от 50 лет достаточно много, а адекватных людей, которые могут их э, исполнять, хотя бы даже технически, тут даже я не говорю о таланте, их мало, поэтому э, да, чем позже вы начнете, тем больше шансов, что вы чего-то добьетесь. Тут, слава богу, в этой профессии не зависит ничего, э, никакого, никакой связи нет с возрастом, там, с внешностью, нужны и высокие, и низкие, и толстые, и худые, любые. И по возрасту абсолютно любые. Снимаются как младенцы, там, шестимесячные, так и там бабушки, которым там 80-90 лет. Поэтому все в ваших руках. Главное, чтобы было желание упорство. Конечно, талант желательно, да, но и упорство тут тоже очень важно, потому что многие потыкаются-потыкаются, первые неудачи, и они опускают руки. А иногда вот нужно еще ткнуть один разочек, эта стена рухнет, и дальше вот этот твой путь. Но не не терпят до этого крайнего удара, к сожалению, отворачиваются и этим ломают себе возможность добиться того, о чем они мечтали. А надо действовать. Добре, зараз мы сделаем такой свой алгоритм, как доросли люди, что и покроково робити для того, чтобы спробувати себя в актерстве. Давайте візьмемо на прикладі мене. Мені 41. акторству Прекрасно. я ніколи не навчалася, я все своє життя пропрацювала на радіо. Говорити це єдине, що я вмію робити, як сміються мої колеги. А власне, що мені робити? Куди йти і що кому розказувати? Ну, вариантов два. Первый вариант, если вы не, уверен, не уверены в своем актерском таланте, вот, он у вас может и быть, да, я не говорю, что его нет или, или он есть. Я говорю о том, что, допустим, ведущие, радиоведущие, телеведущие, у них зачастую уже такой есть абсолют, определенный комплекс посыла, то есть вы не играете, вы сообщаете, доносите информацию, как будто вас снимает камера или там кто-то слушает, и это уже не игра, не проживание, а это просто вот транслирование информации. Вариант первый, можно пойти учиться на какие-то курсы там допустим ко мне на школу или э, огромное количество есть других э, хороших тоже курсов э, театральных студий и так далее это правильный хороший вариант потому что актерская, если вы не учились вам это нужно подтянуть техника речи у вас прекрасная тут вопросов нет да но ну дякую, на комплимент напоролась но это как бы это объективно было бы странно если бы это было не так э, актерское мастерство нужно естественно позаниматься э, почувствовать свою силу и понять как себя вести именно в актерской профессии а не в профессии телеведущего или радиоведущего э техника движения у нас допустим каскадерское мастерство есть тоже очень не, неплохо потому что э, много у нас детективов снимается да а вот правильно даже отыграть элементарно драку или удар какой-то люди не имея специальной подготовки не могут э -э вот э -э ну и там кинопрактика это именно работа с камерой тоже очень полезно но есть второй вариант допустим если вы не хотите тратить время и деньги на, на то чтобы идти куда-то учиться можно просто тупо прийти на кастинг есть, допустим, разные там студии, где снимают недорогие проекты, сериалы и так далее, куда можно прийти буквально с улицы, вам дают текст, вы его выучиваете, вас приглашают в специальную комнату, записывают с вами эти пробы. И дальше уже режиссер, которому эти пробы показывают, решает можете вы сняться или не можете. Подходите его на роль или нет. Это тоже неплохой шанс, тоже может быть. Хотя, с моей точки зрения, лучше подходить более подготовленно. Все-таки курсы они ну, никогда не помешают 100% это всегда добавит бонусы и плюсы. Но бывает так, что этого ничего не нужно, и у человека получается, есть везение, есть как бы вот момент, есть природный талант, в конце концов, который действительно позволяет ему вот с места в карьер сразу попасть, получить роль, и пошло, 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 поехало. До что с собою брати на кастинг, шоу рилл с собою брати на сыла, резюме брати, еще просто приходите. Ось я такий красивый, можно я спробую. Ну, если мы говорим о человеке, который делает первые шаги, то уже априори как бы шоурил у него нет. С чего у него шоу-рил смонтирован, если он еще нигде не снимался и делает только первый шаги. Ну, шаг. он сам себя познимал там, не знаю, не Точно это аматорство. Это сразу выдает вас аматора и, и к вам совершенно иное отношение. шоу — это уже нарезка из профессиональных съемок, из фильмов, из сериалов, которые вам не стыдно показать. Ваши конкретно роли, желательно разные по типажу. Так что ТикТок и Инстаграм Абсолютно ни в коем случае okay, это не записала. надо показывать. Резюме, ну, вам в любом случае придется заполнять анкету, поэтому можете принести свое резюме, но скорее всего вас попросят отдельно записать. Самое главное, приходите с хорошим настроением на позитиве это очень важно. Одетый в casual, не, некий нейтральный стиль, который не позволяет, ну, не заставляет меня видеть вас в каком-то определенном одном образе. Вот, и все, в принципе, дальше уже делать техники и вашего таланта выучить текст желательно идеально, потому что зачастую у нас строго следят на съемках, чтобы вы до буквы этот текст произносили верно, не постесняться, не застесняться перед камерой, отыграть на максимум своих возможностей и, пожалуйста, ваш шанс. Вы двичи сказали про до буквы с тексту. Чему так важлива до буквы с тексту в кино? но знаете с моей точки зрения это не столь важно да главное чтобы общий смысл сохранялся если актер чуть-чуть поменяет слова но это будет более природно для него то с моей точки зрения это лучше но я допустим работал на таких проектах где текст подписывается несколькими продюсерами и специальный человек который называется скрипт редактор сидит на съемочной площадке и следит чтобы даже слова не убирали даже местами их не поменяли вам кажется что лучше переставить два слова местами от этого ничего не поменяется вам просто легче произнести

камера будет остановлена, съемка остановлена, подойдет этот человек и скажет, извините, вот здесь вот так, вот так, произносите так, как написано в тексте. Поэтому лучше приучивать себя к тому, что нужно текст знать идеально, тогда будет проще. Когда нужно будет симпровизировать или можно будет это сделать, вы это сможете сделать без проблем. Но если вы изначально подходите к изучению текста халатно, то надеяться, что вам дадут большую роль, ну я, допустим, как режиссер тоже не рискну. Я знаю, что большая роль это 15-20 страниц текста каждый съемочный День. Если вы в одном коротком тексте все перепутывали, переставили местами, даже при этом, пускай хорошо сыграли, ну я не уверен, что не будет проблем потом на съемках. И мне лучше и проще взять другого человека, который более подготовлен технически, может быть даже чуть-чуть менее талантлив. И на завершение нашей разговора, якщо мы пошли первым шляхом, выбираем школу, их ну дуже багато, викладачів ну дуже багато, засновники теж, можна гуглити, шукати, за якими параметрами вибирати. Ой, это хороший вопрос. Ну, первое, на что нужно обращать, наверное, поспрашивать у тех людей, которые там учились. Потому что э, люди могут сказать от своего первого лица, они уже попробовали, они знают, как идет преподавание, дало им это что-то или нет. Это первое, на что нужно обратить внимание. И, конечно же, на тех, кто преподает. Потому что, э, даже тут, не важно, это должны быть звезды или не звезды, э, то, что человек звезда и прекрасный актер, не означает, что он хороший преподаватель. Но э, когда это вообще никто, вы о нем никогда не слышали, ничего не знаете, и видите, что в его послужном списке нет ни, там, ни хорошего, классного вуза, в котором он учился и оканчивал, нет никаких там достижений, э, но ну, если мы говорим о, об актерском мастерстве, да, то на актерском поприще, то это должно вызвать вопросы. Бывает часто, что там организовываются школы или преподаются людьми, которые вообще никакого отношения изначально профессий не имеют. Он, как бы аматор, может, он и молодец, но аматор, как бы который поднялся там откуда-то, пришел и решил, что он может преподавать. Я бы тоже к этому относился, так, с некоторой долей недоверия. Первое это отзывы тех, кто учится или отучился. И второе, это преподавательский состав, кто преподает и количество обучения. Потому что если вам говорят, что там будет там, 10 э, занятий, и вы станете гениальным актером, это ложь. Ну, занятий должно быть, ну, хотя бы несколько десятков для того, чтобы вы что-то поняли и поняли направление, куда нужно двигаться. В каком направлении будет рухаться Александр Ронуфри? Ну, естественно к большому красивому полнометражному кино то, что я всегда мечтал и хочу делать, пока что у меня были короткометражные фильмы и сериалы, и я думаю, что я уже дорос до того, чтобы э, сделать более солидный шаг. Ну и еще маленький спойлер: выдам в сентябре, я буду преподавать в одном из профильных вузов, я набираю курс с кинорежиссеров. Вот, поэтому это такой вызов для меня, э, вызов достаточно серьезный, но я подумал, что, наверное, я созрел. Нехай всі мрії втілюються в життя. Нехай мрії тих, хто нас дивився і слухав, теж втілюються в життя. Тепер ви знаєте, як можна спробувати себе. На акторському поприщі, ну а власне Олександр Ноуфрієв, режисер, актор, письменник, викладач кінопрактики. Я нарешті запам'ятала це, тому що так. мені сказали, що ви викладач акторської майстерності. Але, Я не говорила Але це. акторська це майстерність... ви додумали. ні, це ті, хто передавали інформацію. А, ну, У нас посередники да. завжди сморщини телефон всігда хороша гра. До речі, для акторства теж абсолютно Мене звати Світлана Василенко, Київ інтерактів. Ми обов'язково з вами зустрінемося о 21.30. Залишайтеся. Ну і. І оті пальчики вгору я дуже люблю. Коментарі ваші теж дуже люблю. Теми придумуєте Ви ну а я допомагаю їм втілюватися у життя. Почуємося, побачимося, Київ інтерактив зі Світланою Василенко.